Всем привет! С 26 сентября стартовала акция в Dixie, в которой веселые прилипалы 2 можно получить при покупке от 500 рублей на чеке одну штуку. Но есть группа товаров, вот она, показываю вам. Это группа товаров с 26 сентября по 9 октября, при покупке которых... Только надо два товара покупать одинаковых. Полагается вот такой стикер, вот такой. Это прилипало, по-другому называется. Сразу. И на своем примере, вот эта группа товаров, кстати, на одной странице и на другой. Вот я вам показываю. На своем примере я вам покажу, как можно получить на чек 550 приблизительно рублей, 6 прилипал. Вот здесь значится активия. Пожалуйста, я купил 2 штуки вот такой активии. Термостатный. Одна прилипала. Дальше смотрим. Вот такая активия. Йогурт. Я беру, покупаю. 2 штуки одинаковых. Еще один стикис. Вот такая. Клубника, земляника. Еще один стикис. Мороженое. Золотая трубочка. 2 штучки взял. Еще один стикис. Просчитал. Не хватает до 500 рублей. Что я делаю? Я покупаю еще 2 мороженого. Золотая трубочка. И получаю еще один стикис. У меня уже 5 стикисов. А так как сумма чека превышает 500 рублей, мне на кассе выдали 6-й стикис. Итого за 550 рублей 6 стикисов. А если не соблюдать это правило по рекламным продуктам, в этом случае получается... На чек больше 500 рублей всего лишь один стикис. Это невыгодно, дорого, да и долго. Лучше делать, как сделал я. Думаю, дочка придет из школы и будет приятно удивлена. Вот группа товаров. И вот эти стикисы. Кстати, у нас в Dixie пока нету домика. Домик в этот раз в виде подводной лодки, очень красивый, всем нравится. Коллекция эта будет очень популярна, как и первая. Не пропустите, как можно быстрее. Первое, купите домик, эту подводную лодку. Ну а второе, используйте рекламный товар, как делаю я. Подписывайтесь на наш канал Тыковка ТВ, смотрите нас. Что будем узнавать, будем рассказывать вам. Надеюсь, это видео было полезным. Всем пока!